ԵԽԽՎ-ում Սարսանգի ջրամբարի մասին բանաձևի ընդունումը հայկական կողմի սխալի արդյունքն է, համոզված է գեներալ մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը։ Ըստ նրա, Հայաստան ուներ փաստեր ապացուցելու, որ զեկուցում սխալ բաներ են գրված, բայց չօգտագործեց այդ հնարավորությունը։ Это шаг назад, то что вопрос поставили на повестку дня о оккупационных территориях и о водах, это является большим минусом для Армении. До сих пор наши специалисты говорят, что 50% воды идет в Азербайджан. В Азербайджане там выращивают, и, как говорится, люди, ну, крестьяне или кто-то, мы даем им воду. Все время мы говорим, что наша вода идет, и вдруг нас те же азербайджанцы говорят, что Сарсанский ГЭС закрыт и не дают нам воды. А у них тоже много этих водохранилищ есть. Они тоже нам не дают воды. Но сумели же их дипломаты. Турки, это пастыра, чунен, шурен, талис, аминишмер,